Аньосейо. Дорогие друзья, студенты, спортсмены, кто-то из вас только начинает путь к большим достижениям в спорте, а кто-то уже добился неплохих результатов. Самбо – это национальный вид спорта в России. Он символизирует взаимное обогащение культур многих народов и национальностей. Именно поэтому самбо получил международное признание Олимпийского комитета. Дорогие студенты, верьте в себя, в свои силы, в своего тренера, и вы обязательно победите. Сегодня на нашей первой лекции вы узнаете историю развития самбо и познакомитесь с выдающимися людьми, создавшими этот замечательный вид спорта. История развития самбо тесно связана с историей страны России. Все виды единоборств, которые были распространены на территории бывшего Советского Союза, органично влились в новый вид единоборств – самооборона без оружия – самбо. Достаточно назвать виды, популярные в республиках Союза. В Азербайджане – кюлеш, в Армении – кох, в Грузии – чидаоба, в Молдавии – трынта, в России – русская борьба в схватку, в Татаро-Башкирии – кюреш, в Якутии – тапсагай. В процессе развития самбо синтезировало в себя различные виды и системы самозащиты народов мира. Например, во Франции – сават, в Японии – дзюдо, джиу-джитсу, сумо, карате, Китая разновидности ушу, в Монголии – кукбарита. Этот список можно продолжать до бесконечности. Сегодня представитель каждой национальности увидит кусочек своей культуры, своей традиции в русском самбо. Естественно, что самбо, созданное на основе многих национальных видов единоборств, располагает огромным арсеналом техник и стилей. В нем сейчас насчитывается более 1000 приемов защиты и нападения. Традиционно, обращаясь к истории создания самбо, мы выделяем фамилии 3 специалистов – Ощепков, Спиридонов, Харлампик. 3 выдающиеся личности, которые смогли собрать все лучшее, организовать людей и создать фундамент для сегодняшнего самбо. Для них это стало делом всей жизни. Василий Сергеевич Ощепков. Он родился на Дальнем Востоке в 1893 году. В 1902 году мальчик остался без отца, а спустя всего 2 года стал сиротой. В возрасте 14 лет жизнь дает Ощепкову шанс. В числе других детей-сирот с Дальнего Востока его отправляют учиться в духовную семинарию в Токио. Там у Ощепкова происходит знакомство с японским дзюдо. Юный Василий демонстрировал упорство и незаурядные способности в познании боевых искусств. И тогда учитель Ощепкова решает помочь ему попасть в школу Кадокан, где тогда все еще тренировал легендарный Дзигоро Кан. Во время просмотра потенциальных новобранцев основатель дзюдо произносил перед молодыми людьми речь, которая была наполнена правильными словами и невероятным умом. Сидя на коленях, Ощепков почувствовал, как затекают его ноги, и ему хотелось сменить позу. Но он продолжал сидеть неподвижно, как это принято у японцев. Ощепков знал, за тем, как ты слушаешь сенсея, пристально следят. Неудачный поворот головы могли посчитать за неуважение. Ощепков стал первым русским в Кадокане. Учитывая не очень приятные отношения между Российской империей и Японией,
отношение Василия со стороны других учеников было особенным. В 1913 году Ощепка получает звание сёдан, то есть учитель первой степени. Вместе со званием получил и черный пояс по дзюдо из рук самого Дзигора Кана. Он становится первым русским, который получил такое высокое звание. В статусе мастера дзюдо в этом же году он возвращается на родину. К этому времени он уже свободно владел японским и английским языком. Будучи снова на родной земле, он не просто продолжает заниматься дзюдо. Ощепков и дальше стал преподавать и продвигать это боевое искусство. В то время в стране очень было популярно джиу-джитсу. После русско-японской войны молодые люди увлекаются японскими приемами. И Василий Сергеевич подхватывает это молодежное увлечение. И в 1914 году во Владивостокском спортивном обществе «Спорт» открывает первый кружок в России любителей японской борьбы. В программу обучения вошли дзюдо и сумо. На тренировки к мастеру приходило около 50 человек. Среди них были и местные японцы. А уже в 1915 году в японском обществе местных резидентов проходит первая встреча его учеников с командой японских дзюдоистов. Каждая страна выставила по 12 человек, и встреча закончилась в ничью. В 1917 году Ощепков лишается службы. И только в 1919 году его мобилизуют в армию. В армии он прослужит до 1921 года в качестве переводчика в японском правлении военно-полевых сообщений. В середине 20-х годов Ощепков с новой силой пропагандирует японскую борьбу. На этот раз советские военные обращают на него внимание именно как на эксперта. В 1929 году Ощепкову предлагают переехать в Москву. Борис Алексеевич Кальнос, главный инструктор по физической подготовке рабочей крестьянской Красной Армии, вызывает Ощепкова преподавать рукопашный бой и дзюдо в университете физической культуры и спорта. Сначала Ощепков проводит курсы на базе Центрального дома культуры, а в 1930 году и вовсе переезжает в Москву на постоянное место жительства. Начинает работать инструктором рукопашного боя для военнослужащих. А в 1931 году уже работает в Государственном центральном университете физической культуры, куда вводит изучение борьбы дзюдо. Дзюдо Ощепкова не было копией техники японских мастеров. Несмотря на то, что в то время японское дзюдо было еще очень молодым видом единоборств, Ощепков видел его недостатки и то, что мешает этому боевому искусству быть наиболее эффективным в реальной схватке. Василий Сергеевич уделяет внимание другим видам борьбы, американским и другим национальным разновидностям. По его мнению, бросковая техника вольников была очень эффективной для борьбы в одежде. Ощепков прикладывает руку для создания методик по обучению солдат. В 1927 году в газете «Красноармейская звезда» Василий Сергеевич публикует статью «Японское джиу-джитсу в Красную армию». В ней он делает главный акцент на то, что рукопашный бой имеет огромное значение в военных действиях и указывает на то,
что для армии необходимо дать самый широкий размах развитию фехтованию на саблях и винтовках в нашей армии. А приемы фехтования совместить с приемами джиу-джитсу. Тем самым он уже начинает совмещать виды единоборств. И начинается новый этап. 29 ноября 1932 года в Государственном Центральном Ордена Ленина Институте физической культуры и спорта создается военный факультет, на котором возлагается подготовка специалистов по физической культуре и спорту для Красной Армии и войск государственной безопасности. Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству «Динамо». При военном факультете были организованы краткосрочные курсы для армейских специалистов по физической подготовке. На факультете и курсах были введены обязательные занятия по дзюдо под руководством Ощепкова по самым расширенным программам. Ощепков назвал свою систему дзюдо по схеме Института физической культуры, отделяя ее от дзюдо по схеме Института Кадокан. Его система включала боевую часть дзюдо и борьбу вольного стиля дзюдо, то есть спортивную часть. В 1931-1937 году на кафедре Ощепков работает с выдающимися специалистами СССР по французской борьбе, боксу, фехтованию, поднятию тяжести. Каждый из них внес значительный вклад в развитие спорта. В совершенствование техники и методики обучения тренировок. 11 октября 1936 года создается секция дзюдо Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта, авторов народных комиссаров СССР. Председателем комитета становится Василий Ощепков. В 1937 году для советского дзюдо становится поистине страшным. В условиях обострения советско-японских отношений оно было исключено из планов, техникумов и основных отделений институтов физической культуры. На 24 декабря был запланирован турнир «Москва-Ленинград» по инициативе Ощепкова. Турнир прошел. В нем приняли участие 7 лучших спортсменов из Москвы и Ленинграда в 7 весовых категориях. Но до чемпионата сам Василий Сергеевич не дожил. В ночь с 1 на 2 октября он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. К этому времени у Ощепкова были проблемы с сердцем. Ему так и не суждено было увидеть план собственных трудов. А в ночь на 10 октября Василий Сергеевич скончался в тюрьме от стенокардии. Рассекреченное дело Ощепкова содержит в себе всего лишь несколько документов, но ни один из них не доказывает его причастности к шпионажу. Второе имя в истории развития самбо – Виктор Афанасьевич Спиридонов. В те же 20-е годы параллельно Ощепкову над приемами защиты и нападения по системе джиу-джитсу начинают работать Виктор Спиридонов, Нил Азнабишин, Иван Солоневич и Александр Буценко. В своих разработках боевых приемов спортивных задач они не ставили, тем более внедрение этих приемов в школьной массе физкультурников. Цель этих разработок была одна – исключительно для служебного пользования в правоохранительных органах ВЧК, НКВД, ОГПУ. В работе Спиридонов ставил только практическую задачу.
составление эффективной системы самозащиты. Случилось так, что именно эта система стала первым этапом существования в нашей стране нового прикладного вида борьбы в одежде, в котором разрешалось применение не только бросков, но и болевых приемов. В основу этой системы Спиридонов заложил джиу-джитсу, добавив затем ряд элементов французской и вольноамериканской борьбы и английского бокса. Эта система была официально принята на вооружение органов государственной безопасности. А с 20-х по 30-е годы развивалась в обществе «Динамо». В 1921 году Спиридонов создал основу новой системы, составленную из лучших элементов боевых искусств того времени. Это были приемы боевого раздела борьбы в одежде, которых обучали бойцы Красной Армии и правоохранительные органы. В 1923 году на базе «Динамо» образовалось закрытое общество активистов «САМОС» – кружок джиу-джитсу. Спиридонов является автором термина «самбо» – «самооборона без оружия». Уже в 1927 году он выпускает учебное пособие «Самооборона без оружия», в которое подразделяет все имеющиеся приемы на группы. Им были введены русские названия этих приемов. Также Виктор Афанасьевич разработал систему контрприемов. Он разработал методику базисно, то есть поэтапной тренировки. На первом этапе обучающихся знакомили с движениями приемов, имитировали эти действия на несопротивляющемся партнере. По мере освоения переходил к следующим базам тренировки, при котором сопротивление партнера увеличивалось, и он мог даже сделать контрприем. Заключительным этапом являлась вольная схватка. Спиридонов широко применял не только специальные и общеобразовательные упражнения, но также внедрял легкоатлетические дисциплины, гимнастику и плавание. Спиридонов разработал собственные правила проведения соревнований, описал технику, тактику и методику своей системы в трех монографиях, которые являлись секретным руководством сотрудников государственной безопасности. Система Спиридонова называлась джиу-джитсу, позднее самос, затем сам и, наконец, самбо. Так же, как и система Ощепкова, она имела боевой и спортивный раздел. И начиная с 1929 года по ней проводились закрытые соревнования в обществе «Динамо». Но Виктор Афанасьевич не просто создал систему, он продолжил ее внимательно изучать и развивать, что помогло устранить многие дефекты приемов, заимствованных из других руководств, как он считал нужным. Но техника его системы была крайне нерациональна, что проявилось при первых же неофициальных спортивных встречах учеников Спиридонова и с учениками Ощепкова, которых спиридоновские самбисты оказались бессильны перед дзюдоистами. В этой ситуации Спиридонов вместо того, чтобы признать недостатки своей системы и методики и заняться их устранением, отказался от любых контактов со Щепковым, ссылаясь на то, что его система является секретной, предназначенной только для сотрудников государственной безопасности и не может демонстрироваться посторонним. Пользуясь своими связями в руководстве «Динамо» и убеждая начальство, что распространение дзюдо в «Динамо» способно плохо сказаться на качестве подготовки к рукопашным схваткам сотрудников государственной безопасности и милиции,
он добился устранения Ощепкова из всех динамовских подразделений, куда его пригласили, и его увольнение из высшей школы рабочей крестьянской милиции. В 1934 году в Государственном Центральном Ордена Ленина Университете физической культуры была введена специализация дзюдо. На ней зачислялись студенты старших курсов, желавшие в будущем стать тренерами именно по дзюдо. Обучение на этой специализации проводились под руководством Ощепкова. Студентов становилось все больше, и борьба стала распространяться на территории России. В 1935 году начинается организационное оформление дзюдо в системе официальных органов управления развития физической культуры и спорта. Создается Московская секция дзюдо, Ленинградская городская секция борьбы вольного стиля, многочисленные кружки. Открываются в Москве, в Ленинграде, в Харькове и в других городах. Проходят первые первенства Москвы и Ленинграда по самбо. Одним из учеников Василия Сергеевича Ощепкова уже в Москве становится Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Это третье важное имя в истории самбо. С ранних лет Харлампиева тренировал его отец, специалист по боксу. Сам Анатолий Аркадьевич был не просто тренером или теоретиком, он был настоящим бойцом. Истории о нем кажутся фантастическими. Например, в 20-е годы он завел себе медведя и, обучив его борьбе, отрабатывал с ним приемы. Жизнь не раз давала возможность Харлампиеву проверить свою технику в смертельном уличном бою. Хулиганов на улице было много, и он никому не отказывал в поединке. Весь свой жизненный опыт Харлампиев вложил в борьбу с самбо. Он не просто исследователь элементов народных игр, боевых искусств, национальных видов борьбы народов СССР. Анатолий Аркадьевич – заслуженный мастер спорта СССР, а впоследствии и заслуженный тренер СССР. Поступив в институт, Харлампиев знакомится с Ощепковым. В 1934 году Ощепков создает свою секцию, которую через год передает своему ученику-практиканту Анатолию Харлампиеву. Он оказался достойным учеником своего великого учителя. А в конце 1937 года инициативная группа продолжила организацию всесоюзной секции борьбы дзюдо, провела первый международный турнир-матч Москва-Ленинград, после которого прошли перевыборы руководства всесоюзной секции. Председателем был избран Александр Рубанчик, заместителем Николай Голковский, а членами комиссии стали Гладков, Сагателян, Сидоров, Васильев и Харлампиев. Все они ученики Ощепкова. После 1937 года турниры начинают проводить ежегодно не только в столице, но и в других регионах. В мае-июне 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту при Совете народных комиссаров СССР поручает Харлампиеву провести первый сбор тренеров, преподавателей и инструкторов по дзюдо и национальным видам борьбы. Харлампиев утверждал, что на тренировках нельзя отрабатывать смертельные приемы в полную силу, но без сопротивляющегося спортсмена нельзя научиться реальному бою. И он нашел решение. Необходимо культивировать спортивное самбо, ограниченное правилами. Оно давало возможность отрабатывать большинство приемов в полную силу и выявлять лучших бойцов. В 1938 году
была проведена конференция, где утвердили правила соревнований по новому виду борьбы, и тогда была создана всесоюзная секция самбо. Анатолий Харлампьев и Александр Рубанчик подготовили материал для приказа Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту, из чего был создан приказ 633, где говорилось, что новая борьба сложилась из наиболее ценных национальных видов борьбы СССР и представляет собой чрезвычайную ценную по своему многообразию техники и оборонному значению виду спорта. В июне-июле 1638 года прошел первый всесоюзный методический учебно-тренировочный сбор по борьбе вольного стиля дзюдо. Начальник сбора Александр Рубанчик, главный тренер Анатолий Харлампьев. И вслед за ним первая научно-методическая конференция. В ней прозвучало официальное заявление рождения в СССР нового вида спорта. Советской борьбы вольного стиля, сложившейся не на базе дзюдо, а в результате изучения и обобщения приемов национальных видов борьбы народов СССР. Большинство учеников сбора являлись учениками Ощепкова. Они прекрасно знали, что это не так. Но в условиях развивающихся массовых репрессий, не имея даже возможности упомянуть имя Ощепкова, они отошли от названия дзюдо, которое связывало борьбу вольного стиля с Японией. В результате борьба вольного стиля дзюдо Ощепкова под начастие приобрела новое официальное название «борьба вольного стиля», которое в 40-м году было сокращено до названия «вольная борьба». 16 ноября 1638 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. Это и стало точкой отсчета в официальной истории борьбы самбо. Начался период крупных соревнований по борьбе самбо. Создаются первые учебные пособия Школьникова, Толковского. Создаются учебные программы. По всей стране организуются массовые спортивные секции самбо. Престиж этой борьбы у молодых людей того времени стало необычайно велик. Самбо становится не только спортивной дисциплиной, но и системой нравственного и физического воспитания. Попасть в секцию самбо было не так просто. Надо пройти строгий отбор, иметь хорошие оценки в учебе и дисциплине, высокие морально-волевые качества. А это и есть система формирования молодого человека как личность. В 50-е годы самбо выходит на международную арену. В Бельгии на всемирной выставке проходит демонстрация этой борьбы. В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы ФИЛА самбо официально признается международным видом спорта. А в 1967 году в Риге прошел первый международный турнир дружбы по борьбе самбо. В соревнованиях приняли участие бойцы из Югославии, Болгарии, Монголии, Японии и СССР. С этого года международные соревнования проходят в разных странах мира. Общее число стран, участвующих на чемпионатах мира, составляет около 80, и с каждым годом их число только растет. В 70-м году Давид Рудман, чемпион мира по самбо, основывает в Москве клуб «Самбо-70». Один из сильнейших специализированных школ не только в России, но и во всем мире. Также огромный вклад в развитие самбо внесло не имеющее аналогов
в мире Центр самбо Всемирная академия самбо в городе Кстово. В 1972 году проходит первый открытый чемпионат Европы, а в 1973 первый чемпионат мира, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран. В 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признано национальным и приоритетным видом спорта в Российской Федерации. Существует около 600 отделений спортивных школ и клубов по всей России. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по самбо и по дзюдо. Иметь звание мастера спорта по самбо в России очень почетно. С каждым годом растет престиж и уровень борьбы самбо не только в России, но и во всем мире. Именно поэтому самбо оказалось в числе видов спорта, которое получило временное признание Международного олимпийского комитета МОК и стало ближе к включению в состав олимпийской семьи. Все мы с нетерпением ждем, что МОК включит самбо в состав спортивных дисциплин на Олимпиаде 2024 года, который пройдет в Париже. Огромное спасибо за внимание.
занимайтесь спортом, занимайтесь самбо. Будьте здоровы и до новых встреч. Аниваса йо, хансам нида.